рассказе про замок Роджера Ломбардского мы пообещали упомянуть о точке на карте, относящейся к современной Нетании, где сохранился другой средневековый памятник. На этот раз наш рассказ пойдет про замок Какун, или Како, который находится вне городской черты Нетании, но относится к ней территориально. Он расположен примерно в 20 километрах по прямой от замка Роджера Ломбардского на северо-восток, на территории национального парка с таким же названием Какун. Как и замок Роджера Ломбардского, о котором мы уже рассказывали, Какун тоже можно отнести к типу придорожных укреплений. Только в отличие от первого, Какун был не фортом, а настоящим, пусть и небольшим замком. Его размеры составляли 17,5 на 14,5 метров, при толщине стен почти в 3 метра. Точная дата его строительства доподлинно неизвестна. Также до конца непонятно, кто был автором этого замка, но все равно его история считается гораздо более изученной, чем история замка Роджера Ломбардского. Самое раннее упоминание о нем есть у Фульхерия Шартерского, и датируется оно 1123 годом, а это, между прочим, на 25 лет раньше, чем первое упоминание о Москве. Как и замок Роджера Ломбардского, Какун был построен на самой высокой точке своего региона, на холме высотой порядка 50 метров, с которого прекрасно обозреваются окрестности и видна палестинская территория. Говорят, что этот холм искусственный и был насыпан еще в древние времена. Это же подтверждают и некоторые камни в стенах замка. Один из них встречается почти во всех книгах, в которых упомянут Какун. Камень отличается удивительным орнаментом, больше похожим на древнеримский или византийский. А потому некоторые исследователи склонны говорить о том, что место, на котором стоит Какун, было обитаемо еще с древнейших времен. Изначально замок относился к кесарийской администрации. Однако в XII веке он был передан военно-монашескому ордену тамплиеров, наиболее могущественному среди рыцарских орденов. О тамплиерах можно говорить бесконечно долго. История их могущества является настоящей хрестоматией для тех, кто хочет построить огромные и прекрасно функционирующие предприятия. Тамплиерам приписываются фантастические богатства и владение уникальными артефактами, в том числе и Граалем. В истории ордена есть огромное количество загадочных событий и темных мест. И вот под юрисдикцию этого ордена был передан герой нашего рассказа замок Какун. Ранее мы предполагали, что расположение замков на территории Святой Земли в средние века было связано с суточными переходами по Приморской дороге. Какун, который расположен к востоку от этой сети укреплений, находится сегодня между 4 и 6 магистралями современного Израиля и вроде как бы не вписывается в нашу теорию. Однако расположение Какуна идеально ложится в схему другой сети укреплений крестоносцев, которая была призвана защищать доступ к Приморской дороге с востока. В 1187 году Какун был захвачен мусульманами под предводительством легендарного Саладина, для которого война с крестоносцами была своего рода лекарством от скуки. Он с легкостью громил войска, затем также с легкостью проигрывал сражения. Будучи человеком незаурядным, Саладин находился в очень хороших отношениях со своим главным соперником, английским королем Ричардом Львиное Сердце. Если бы не постоянные сражения, их переписку, в которой они выказывали друг другу глубочайшее уважение, можно было бы принять за общение двух лучших друзей. И вот на пути такого человека оказался замок Какун. Он был досадной неприятностью, но сам султан ничего не имел против его жителей, а потому, захватив замок, он просто продолжил свое движение на север. Какое-то время Какун оставался под его властью, но затем почти без особых проблем был обратно отвоеван крестоносцами. Тем не менее, рыцари, отвоевав замок, не смогли найти ни финансы, ни силы для полного его восстановления. Так продолжалось до середины 13 века, когда уже упоминаемый нами в предыдущем рассказе мамлюкский султан Бейбарс начал свой поход против крестоносцев. В отличие от Салахаддина, который упивался и наслаждался войной как фактом, но при этом глубоко уважал своего противника, Бейбарс подошел к вопросу борьбы с крестоносцами крайне практично. Для Бейбарса главной целью стало уничтожение Иерусалимского королевства. Из-за нехватки людей и ресурсов оборона крестоносцев была растянута широким фронтом. На побережье Средиземного моря стояли десятки замков, внутри которых располагались небольшие гарнизоны, пригодные разве что для войны с разбойниками. И против армии Бейбарса они были бессильны. Замки захватывались один за другим и сравнивались с землей. Таким образом, султан мамлюков исключал возможность реванша со стороны крестоносцев. Казалось бы, судьба замка Какун решена и его постигнет участь Кейсарии, однако Бейбарс задумал иначе. Взяв Какун, мамлюкский султан отдал приказ восстановить замок, а из тамплиерской церкви повелел сделать мечеть. В средние века это было обычной практикой. Вспомните хотя бы греческий собор Святой Софии в Константинополе. Став базой для армии Бейбарса, Какун использовал сию как точка снабжения и отдыха.
Однако едва основное войско отошло от стен замка, случилось то, чего Бейбарс больше всего опасался. В 1271 году замок был снова захвачен англичанами. Мечеть была опять переделана в церковь, и казалось бы, замок должен зажить своей привычной жизнью, но все испортила нехватка сил крестоносцев. Побывав в замке совсем недолго, англичане были вынуждены оставить его, потому что мамилюки развернули нападение на сирийские крепости, а сил для обороны Какуна категорически не хватало. Да и стратегически в создавшейся ситуации от него было мало пользы. Так что вопрос сдачи замка был решен, до последнего неясно было только время этого события. Мусульмане заняли пустующий Какун безо всякого сопротивления, и это, пожалуй, один из немногих случаев в истории, когда замок крестоносцев пережил эпоху крестовых походов. Однако, до нашего времени он все равно не дожил, и виной тому было землетрясение. В 1293 году Какун сильно пострадал от подземных толчков, которые иногда случаются в регионе. Сам замок был разрушен, но деревня, которая находилась рядом с ним, продолжила существование и дожила до 20 века. В 1948 году, во время войны за независимость, вокруг замка и деревни разгорелось настоящее сражение между еврейским ополчением и частями регулярной иракской армии, входившей в антиизраильскую коалицию. Говоря современным языком, иракская армия прогуливалась вдоль собственных границ и внезапно вышла к руинам Какуна, где была атакована еврейским ополчением, имевшим название «Бригада Александрони». В результате жестоких боев иракская армия отступила. Деревня, пострадавшая во время боевых действий, была покинута жителями, и со временем на ее месте раскинулись поля, на которых выращиваются различные злаки. Сегодня Какун одиноко стоит на холме, окруженный кактусами и крапивой, высокой травой и колючей проволокой. И даже в таком виде руины замка представляют собой завораживающее зрелище. С одной стороны, его размеры как-то не впечатляют. С другой, стены, лестничные переходы в сохранившихся комнатах и общая панорама вида с холма создают ощущение духа эпохи крестовых походов. Еще больше потрясают руины церкви тамплиеров. Своды потолка, ниши в стенах и, главное, проемы для окон, в которых так и напрашиваются витражи, словно замерли и ждут своего часа. Даже не верится, что все это было оставлено почти 700 лет назад. Становится понятно, почему Бейбарс приказал переделать эту церковь в мечеть. Небольшое здание, созданное лучшими строителями своей эпохи, покоряет своей простотой и одновременно совершенством. Несмотря на то, что территория замка и сам замок относятся к национальному парку, руины, по сути, предоставлены сами себе. Здесь не ведутся раскопки, стены замка не укреплены стяжками. Тут нет такой ухоженной красоты, как в современных Кейсарии, Ефо или Акка. Сюда не добрались электрики, которые делают подсветку руин. Тут нету сети Wi-Fi, при помощи которой особенно удобно делать селфи и отправлять их в соцсети. А потому тут не чувствуется излишней рафинированности. И в отличие от руин замка Роджера Ломбардского, здесь почти нет мусора, потому что Какун находится далеко от больших городов. Отсутствие людей, с одной стороны, лишает замок интереса к нему со стороны государственных структур, которые могли бы сделать из него туристическую достопримечательность. Но с другой, именно из-за отсутствия людей замок законсервирован в естественном состоянии. Здесь не работали реставраторы, и Какун с обвалившимися стенами, тонущий в зелени и огромным количеством керамики, разбросанной вокруг него, сохранил очарование настоящего заброшенного замка.